Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня на русском сервере опять завезли Огника. Наконец-то. Не прошло и неделя на английском сервере. Это все, конечно, копейки. Сегодня побегаем, посмотрим на акции. Что у нас есть интересного? Так, это у нас кинуло. Так, Огникрыл. Ничего себе. Даже не один ногник. Огонь жизни в восьмая. Это, ну это, конечно, учитывая плюхи, которые дают на других серверах за такой донат, это смешно. Так, давайте сразу заберем. Карта богатства. Три подземки. Ну, вот эта акция больше всего радует. Парящий остров. Так, что у нас еще есть интересного? По событиям все. Необычный день замка владельца. Войди в игру. Ну, это ежедневная акция, это понятно. Там, по-моему, сокровищница сегодня есть на русском сервере. Но мне, как обычно, ничего толкового не падает. Блин, конечно, профукал я тут вариант, чтобы можно было забрать еще раз плюшки. Так, выращивай призы. Цветущие, разбей яйца. Интересно, когда уже здесь будут продавать зефирку. Огникрыл, Роза Бугимен. Вот так вот. И вот сокровищница. Что у нас сегодня интересного? Повелитель Буди, Роза. Ну, опять же, я уже не один раз показывал, что здесь надо дофигища слить самов. Бессмысленно. Так, что у нас по рынку? Ну, вот за каждый день вот эта акция, да, очень интересная, за минимальный донат. Вот, продают огников, наконец-то. Опять же, точно так же за пол большого пака. По сути, что у нас там пак получается? 50 баксов, 25 баксов. Вот такой вот пак с огником и два мешочка мелких зефирки. Пока еще осколков зефирки не продают. Так, тут у нас скины. Мелкие паки такие себе необычные. Ну, вот это вот вроде неплохой пак, но опять же бессмысленно. О, за один сам. Халява за один сам. Себе, блин, смотришь, понимаешь, что это печаль полная. Но все равно хоть что-то. Так, окей, поехали на английский сервер, посмотрим, что у нас интересного есть на Англии. Так, вот вы получаете 10к, точнее не 10к, а 1000 кулаков. Бывают здесь прикольные плюхи. 2 пятых сундука, в принципе неплохо. А вот это круто. 9-ю можно эмблемку получить. За хранителя топовый скин. Ну тут сумки уже начали на огника. Ну конечно это долго, придется его собирать. Вот смотрите, железная воля, пожалуйста. Давайте попробуем сейчас собрать. Видимо, морозница просто падает и падает. Смотрите, сколько ведьмы морозницы. Такс. Ну вот, собрали. Это надо за значки почета ролить. Что у нас по дискаунту сегодня интересного?
минус 10%. Так. Так. Вот девятые уже начали сюда добавили тоже. Не знаю, правда, какая их цена, но такое. Особого ничего такого нету. Возможно, там за самики, но это надо. Монетки у меня, монеток. Нет. Окей. С этим разобрались. Пак. О, новые эти плюхи. Ого, ничего себе. Том за мелкий пак 300. Камешков 1500. Красненьких 250. Дорога 20 пыли. По 100 сундуков. Так, за половинку пака 4 зефирки. Камни на улучшение. Скин. И 9 рун 9. А вот большой пак, смотрите, 20 зефирки уже продают сразу же камешки. Неплохо, неплохо. 20 камешков стабильных. Это как бонусом идет. Орбы. Аккумулейшены. Увидите, здесь акций, конечно, хватает. Это английский сервер. Так, о, нормально. Нету улучшений, ничего себе. Вот так вот, плюс 3 камешка добавили. Ну, по одному можно этому собрать. Собирает осколки, конечно. Это долго будет, но надо еще и монетки набить. А, так, что по рынку у нас интересного есть? Большой пак, в принципе, вот выгодно брать с тем паком. Нормально для прокачки. Так, тут у нас сундучки по 40 штук. Тоже, ну, вот это прикольные паки с расходниками. А, мелкие, посмотрите, что продают. Дракон, Командора, Махатма, Фрея. Ну, сейчас посмотрю, есть ли у меня дракон. Я уже не помню, кто у меня тут есть, кого нет. Так, черепа нет. Ну, тут все меньше и меньше. А тут такие герои. Так, окей. Что еще интересного? Саммер. Такой себе пак, ну, видите. Халява только за один сам нору есть. Ну там такая халява. Ну все равно в любом случае это плюс. Так, Франция. Поехали посмотрим, что здесь интересного сегодня есть. Так, за вход. Плюшки вот такие вот. Накопление за трату на питомцев. Супер пак. Ну, в принципе, девятая маскировка продается. Неплохо. Зефирка. Ну, видите, пока только на английском сервере я увидел, что продают осколки. Ну, эта акция, это просто жесть. Я не знаю, сколько здесь надо копить, конечно, самый, сколько надо на слизней, но, блин. Огника можно получить за накопленные самики. Это, конечно, круто. Тут еще какие-то ихние акции. Ну, давайте ради интереса. Чик, ничего не упало. Короче, такое. Ну, огник, блин. 45 слизней, я понимаю, что там свыше 100к надо как минимум заролить и то. Так, ну идем еще на немку. Глянем, что у нас на немецком сервере интересного есть.
Хорошо, хоть здесь дни увеличили на эту акцию. Такс, то же самое. Вот здесь вот то, что круто продают, вот восьмерки. Это неплохо, неплохо. Акция за питомцев. Или это накопление? Непонятно. Такс, тут... Понятно, понятно. Понятно. Вот здесь такой же пак, как и там. В принципе, то же самое все по пакам. Поехали в акции глянем. Здесь за 45 дают космо. Вот так вот. Тоже, в принципе, неплохо. Ну, 45 слизней собрать, это жесть. Блин, везде эфирки падают на бездонах. Ну все, тут больше такого ничего интересного нет. И вот такие вот паки здесь, посмотрите, 4 дня. Просто тупо 4 дня. О, ничего себе! Вот вам и... А вы говорите... Plant Warrior. Нифигово так. В общем, такой вот сервер. Здесь тоже, в принципе, неплохо падает все. Многие на немку перешли из-за пирата, там из-за других акций. Так, ну давайте еще Тайвань глянем. Что у нас по Тайване интересного есть? Накопление, как обычно, огник, 160к стабильно. Вот эта вот акция, она тоже очень обалденная. Потом в понедельник переролить можно на топовые таланты. Такс, ну тут понятно все. Огник, смотрите, сколько стоит. Десятку. А не как на русском. В общем, вот такие вот, ребятушки, плюшки. Ой, тут акции столько, нифига себе. Хрустальный сундук, пират. Ну, пират это здесь тоже не меняет. Единственная идея на английском мне нравится. Пират, он всегда меняется там раз в месяц хотя бы. Ну, блин. Реально прикольный пират сейчас. В принципе, все. Пишите комменты, ставьте лайки, как вам акции на разных серверах, где кому больше нравится, потому что ну, многие играют на разных серверах. Я, в принципе, играю тоже на многих серверах. Каждый сервер по-своему хорош. Каждый хвалит свой сервер, но, в принципе, я же говорю, все ждут уже выхода второй части, и там будет видно, что будет дальше с игрой. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Ничего себе, с бесплатки еще вытащили.